Добрый день, дорогие друзья. В студии «Московской правды» народный артист России, замечательный человек, душа грузинская, богатая. Гия Гагуа. Пинкали душу греют, согласен, но при том дурма еще вкуснее, клянусь вам лавашом. И на душе отрадно, когда мне и ему всю в листьях виноградных на стол несут долму. Грузинские хинкали, бахарменская долма, лучше если да и два ли, от нее все без ума. Как покушает с охотой, с доброй рюмкой пополам, сразу хочется чего-то, а чего ты знаешь сам, а чего ты знаешь сам. Мы с тобой одинаково любим, без оглядки обеднитая. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне вообще-то говорят, народный грузин России. И ведущий Дмитрий Васильев. Гия, первый вопрос касаемо, естественно, творчества, но в то же время, видимо, организации творчества. Ты, когда пришел в коллектив, начиная издалека, с первого... Бим-бом. Да, бим-бом. На самом деле роль твоя в коллективе Левушкина, все-таки это был, да? Так, конечно, основатель, да. Замечательный артист и организатор. Вот этот, да, период. Значит, чуть-чуть коснемся. Да, у нас это, значит, такие концерты большие были раньше, Советский Союз, и там, когда все звезды работали на стадионах, там еще в дворцах спорта, Пугачева, Леонтьев, и кого только, Якиола, Красные Маки, Динамик, и группа Бим-Бом, а у меня, я работал в Грузинской государственной филармонии, группа Эгриси. Mm-hmm. И вот Леочка меня заметил. Я там классно пел, многоголосие, то есть как раз я на Северном флоте служил 3 года, и оттуда я когда приехал, ну, меня пригласили, короче, коротко. И он меня пригласил, столица нашей родины, Москва. Я приехал, я пел хорошо, но не очень хорошо говорил по-русски, потому что иностранец, грузинскую школу закончил. Ну так, говорил, ну так. Подожди, какой ты иностранец? Это сейчас ты иностранец. Был бы. Я это провоцировал. Ты гражданин России, так что давай. И здесь я начал работать над собой. Бим-бомовская школа – это самая лучшая школа в мире, я считаю. Я начал акробатика, гимнастика, пантомима, я не знаю, пародия, эксцентрика, клоунада, то есть вот синтез жанр. А Левочкин в этом отношении мастер, АБГДВИКа, да? Да, АБВГДВИКа. Да, вот, он же был там клоуном. И он в этом отношении просто мастер. И я благодарен ему, что он меня пригласил. Если бы не он, я бы сейчас в Иверии пел бы. Ну, Иверия, замечательный коллектив. Слушай, да, Иверия, да. Ну, там такие певцы. Ну, об этом... Ну, там все грузины, а здесь многонациональный коллектив. И Москва все-таки. Еще хотел сказать, что обычно понаехали, говорят, а я не понаехал, меня пригласили. Вот. Это важно. Это важный момент. Не как гастарбайтер. Слушай, Гия, а вот уход от Левушкина. Я понимаю, вот был подъем коллектива, и у любого коллектива, какой бы он ни был, Самоцветы, Веселые ребята, Красные Маки, Добрые Молодцы, у всех были свои взлеты, и потом момент... Падение. Ну, не падение, но, по крайней мере, пик популярности проходит, и забвение какого-то... поколение, что ли, смена. Да. Почему ты ушел из коллектива Левушкина, и на самом деле от него ушла большая часть коллектива? Все-таки. Это конфликт интересов? Да нет, просто вот я очень дружил Вадик Сорокин, Царство Небесное, такой большой, да. Замечатель, мой друг. И это колоритная фигура у вас вообще была, в этом жанре, вот, в эксцентрике, и вот и с юмором, это он лучше был. И мы когда большой и маленький, ну, белый, ну, да, рыжий, да, да, клоун, да, да, мы, да, вообще, да, классно. И ребята четвером. Они как-то вот, Левочкин уволил Вадика Сорокина и Сашка Оленева. Ветераны такие бим-бома. Вот. А мне что-то как-то автоматически я с ним пошел. Я мог не идти туда.
Ну, как-то вот мы начали с это, номера придумывать до этого. Еще что-то у нас пошло в творческом плане, чисто человеческом отношении. И как я и этот Саша Озеров вместе ну, с ними. Да, и четвером ушли просто. Сначала назвали группа «Экс-Бим-Бом». Потом Левочка нам запретил бим-бом, потому что ББ, ну да, получается, бим-бом. Конечно. И XBB. Это то же самое XABBA, понимаешь? Ну что это за XABBA? Да, да, очень сложное название XBB. Лет 10 мы работали, нас принимали на ура, но никак люди не могли запомнить. Вот XBB, 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 XXBB, вот так называли нас. И потом безнадежные больные там и так, и так далее. Вообще это шутка. Бриджит Бардо, Борис Березовский. На ББ. Экс-Борис Березовский. Да, да. Да, все это, вот так, да. А потом как-то XBB, и где-то в 89 году мы ушли, где-то год-полтора работали как под XBIM-бом, и потом, когда нас запретил Лёшкин, мы, значит, начали работать под XBB, и до упора работали под XBB. Вот, теперь смотри, вопрос такой, значит, естественно, коллектив, каждому хочется как можно больше участвовать в номерах, правильно? Да. Как можно больше быть number one в номере? В номере? В любом случае, да? То есть рыжий клоун и черный клоун, да, да? Да. Все равно кто-то больше будет любить рыжего клоуна, да? Кто-то будет больше симпатии давать черному клоуну. И каждый артист в душе хочет быть number one, первым, правильно? Да, но дело в том, что у даже нас... Даже среди дружбы. Знаешь, да. Как дай другу денег, проверь, будет ли он тебе дальше другом. Да, то есть вот эта ситуация... Одному, конечно, сложнее пробиться на сцене, но если да. ты один пробился, да. ты один, да. весь успех, либо неудача, все угу. твое. В коллективе да. вы все якобы делите поровну. Якобы, поровну. Да? То есть, поровну, понимаешь, да? Да, поровну. Это и финансовая да. сторона да. очень много значит, особенно в творческих коллективах. Почему я получаю меньше, а Гия Гагова получает больше? Да? Ну, такие вопросы возникали? Нет. Нет. Возникали, потому тогда что у нас почему... была вопрос. Цельная, целостная группа у нас была. Хорошо. То есть финансово вы делили на всех по... да, поровну, пополам, да? да? Допустим, да. 100 тысяч рублей, пополам, каждый по 20. 25 тысяч, да. да. Или пополам ты 50, и второй 50, остальные не, ничего. Не, такого не было. У нас все пополам. Я шучу. Потом у нас, вот хороший вопрос, замечательный. У нас не было вот это, что вот белый лучше, чем рыжие эти ребята вообще, которые, они заполняли нас. Это было у нас целостность. Нас любили целиком XBB. Не было, что меня лично выделяли, как маленький шустрый, да, образ. Образ. От образа очень много, да, образ да, очень образ, много. Да, это потому да. что все-таки, Ге, извини, да, тебя перебью, да. у тебя эмоций много, и я просто не успеваю вставлять слово ведущего, легко усвояемого. Смотри, значит, я к тому, что вот вы запоминаетесь, один яркий, большой, крупный Сорокин, Царство Небесное, и Гия Гагуа. И вот два человека у вас в коллективе, которые, вот знаешь... Я тебе могу сказать, на мой взгляд, все-таки два было лидера. Я имею в виду по эффекту по восприятия. Видео по видеоряду, да. Угу. Это ты и Сорокин покойный. Да, да. Еще ваши двое ребят, которые у меня бывали на эфире еще на радио, они немножко другие. То есть они в коллективе, да. Но, понимаешь, на мой взгляд, лидеры все-таки были ты и Сорокин. Ну, они как одинаково смотрелись, они высокие, высокие, стройные, худые. Только один был в очках иногда, но и запоминается очень так, не очень. Да, понимаете? Их не заметишь, то есть пройдут люди в толпе, ты не скажешь, что это артист, понимаешь? Ну, а Сорокин, он колоритный был очень. Да, очень. И да. у тебя своя, вот свое что-то было, живость какая-то, понимаешь, вот движение постоянно на сцене. Динамика. Динамика, да. Ну, ребята заполняли это. Я как вам сказать, когда команда играет, вот на машине шестеренки одновременно работают непрерывно. Согласен. Да то же самое у нас. То есть без них, я думаю, что не было бы XBB. И был бы совершенно другой коллектив. И мы приходим к финальному стадии тебя как артиста. Ты решил стать самой личной, самостоятельной единицей творческой. Угу. Почему? Ты же так хорошо описываешь, так красочно. Вас, вы друг друга дополняли, да. Сорокин, Царство Небесное, умер, вас осталось трое. Да. Да, какая... То есть часть, эту нишу надо было заполнять. Ну, то есть, либо вариант, ну, если я, да, в этом коллективе, я представляю, ставлю кого-то, то есть на что-то место себя. Ага, значит, нам нужен... Либо мы должны втроем заполнять тот вакуум, который образовался в связи с гибелью, либо мы должны брать четвертого человека. Да, да. И вот дальше, что происходит
с вашим коллективом и почему все-таки ты уходишь? Очень хороший вопрос. Я даже когда Вадик болел, Митроем работал. Да я помню, я просто Митроем работали, и нас принимали на ура. От тяжелой болезни Вадика. Ну, да, спрашивали, где молодой Вадик. Молодой парень там ушел из жизни рано. Да, где Вадик, спрашивали. Ну, мы втроем работали, где-то год он болел очень сильно, да, вот у него в голове опухоль начали, ну, потом да, да. Операцию сделали, потом метастазов в печени все это время, мы даже, это не передать словами, как тяжело нам было, когда человек, друг, коллега умирает, да. И вот мы всегда, вот когда работали, вот, все делили на четверых, отправляли туда каждый концерт, а зарабатывали мне очень хорошо. Прилично, у нас да. такие дружеские отношения, да. Но вдруг им, ребятам сказал, что Вадик еще живой, mm-hmm. и что надо четвертого уже брать. Но я против этого был, и говорю, как категорически, это да? Конечно. Хотя это бизнес, это надо дальше идти, мы Вадику больше поможем. Я говорю, я не могу. Как я могу? Я воспитан по-другому. Все-таки кавказский человек. Человек еще жив. Все чудо может быть. Он может быть прийти, себе какого-то человека взять, и потом не возьмешь такого человека. Мы же искали после. Я понимаю, похоже. Не нашли просто. Невозможно найти. То есть это вот я не знаю. У нас ведь четыре знака. Земля, ветер, огонь и воздух. Да. Коллективе, понимаешь, как будто оторвали часть. Что-то, часть души или тела, я одну не знаю. Из этих четвертей. Все, и пропало все. Но нас троих очень классно принимали. Да, да, я помню. Мы да, в Америке с крутыми ездили, везде. Ну, один раз, когда Вадик сильно заболел, мы с крутым не поехали в Америку, отказались, мы решили ну, без понятно. Вадика не поехать. Не поедет. И нас, короче, закрыли вообще. Потом не приглашали. Хотя на похоронах Вадика приходил и крутой, и Досмари все приходили. Там. И все-таки, вот давай да. теперь вернемся. Сейчас дальше перейду. Да. Ага. А дальше, значит, что происходит? Это вот то, что замечательный вопрос, дорогой, ты задал. Это... Я уже его забыл. А, ну как работать? Вопрос забыл. В коллективе как работать? Да, вот, это же сложно, в коллективе работать. Кого-то выделяют, кого-то нет. Да, да. Вот здесь, когда мы троем остались, да, короче, Вадика нет. Мы... И, конечно, я уже два высоких, красивых, очаровательных людей, творчески одаренных. И один маленький такой. Маленький я... грузинчик, да, маленький слушай, грузин. Да. Ну, я тогда, если был такой шустрый, такой роль играл Вадика, я, наоборот, вес набрал. И, типа, уже... У меня как будто я на Вадика больше стал похож. Мне так... Да ладно. Потому что там надо было, типа, лидера такого, знаешь, дать. Это я вам всерьез говорю. Почему и такое. И как раз курить бросил. Такой набрал. И сразу набрал массу, да. И сразу начал выделяться. Выделяться mm-hmm. каким образом? Ребятам говорят, например, в интернете везде мне хвалят, и им говорят, ой, вот Гиу хвалят, у него там эти какие-то свои люди есть, которые он специально себе поднимает, а я тогда в интернете вообще ничего не понимал, ничего не знал, как, что, у меня никого не было, просто людям нравился Гия Гагуа. Ну, а если кто-то нравится, значит, и XBB вперед идет. Какая mm-hmm. разница, кто кому? Ну, вот такие люди, значит, это как-то администраторы пришли новые, еще что-то. А, вот и такое. Ты решил сказать, и, ребята, хватит. Да, ребята, ну, да, finish. И в этом отношении я сказал, ребята, я, если вы мне верите, я никакого отношения не имею к этой рекламе вообще. Потому что концерты были, когда просто 150 человек, все мне хвалили почему-то. Ну, после сольного концерта. Да купленные. Да, они так подумали. А я говорю, вы мне верите, я говорю, вы мне верите? Друзья, соратники, родственники Гея помогали в раскрутке, я понимаю. Да. Я говорю, во-первых, если меня хвалят, значит, хорошо, XBB период. Да, конечно. Тебе хвалят, я только рад, да? Что за детский сад? Ну, команда все равно. Команда, да, команда. Хвалят Зюбу забил, да, или Голове. Месси хвалят, и Барселона же есть команда, но Месси хвалят. Да, и Вентус, да, все равно выделяют Роналду. Я образно говорю, не Месси, да, вот. И, короче говоря, верите, не верите. Они говорят, нет, это не может быть. Ты это все подстроил, там все дела. Я говорю, ну, тогда, если не верите, ребята, все. Да, ухожу. Если вы мне не верите, понимаете, ну, как я могу с вами mm-hmm. работать? До этого еще были такие моменты. Это не просто в течение 5 лет вот это создавалось. Или, накапливалось, да? Или где? Вот кто-то мэр города приглашает в городе, я же не знаю, да, приглашают. Ну, мэр города выходит, дарит, всем и говорит, а эту грамоту, эту отдельно, подарок да? художественному руководителю группы XBB Гия Гагу. И мне дают, ребята стоят вдвоем. Ну да, в шоке. Понимаешь? А я-то не знаю, что... Почему я так, да? Я всегда говорил, что, ребята, объявите ту XBB, не выделяйте меня. Все. Ну, мэр города откуда знает? Откуда он? Ну, он да. подумал, что я руководитель. Как все думают, что... А он не грузин, нет?
Все думают, шучу. Вадика тоже так же думали, что Вадик водитель большой. Ну да, он да, он большой, такой фактурный. Вот, а на самом деле мы чуть-чуть. И у него номера, знаешь, когда он был в номерах, Вадик, да, казалось, что вот он превалирует, доминирует. Так, мальчики, девочки, да, вот все за мной, я здесь, там, Дед Мороз. Это я, Дед Мороз. Вы там, сказать, Снегурочка. Или такой вот момент, когда вот подходят, фотографируют, а ребята стоят рядом, допустим. Да, я всегда звал, ребят, подойди, мне неудобно было. Да, все, короче, вот как-то. Ну, я не знаю, ну, вот так меня любят, понимаешь? Это а плохо теперь разве? Вопрос на засыпку, Гея. Да. Огромное количество времени ты работаешь как актер-эксцентрик, да? То есть как артист жанра развлекательного. Нет. А как? Я, во-первых, сейчас смотрю этот юмор, да? Угу. Я не буду сейчас затрагивать. Не-не-не, ты не... Я от юмора ухожу. Я понял, я до конца не до... А, хорошо. Хорошо. Мне казалось, когда мы с тобой встретились на футболе, это я в данном случае так, да, абстрагируюсь, у тебя было две мечты в жизни. Но это мое мнение. Ага. Стать футболистом, да, детская мечта, да, и петь на сцене. Петь, а да, не играть. Да, да. И мне казалось, что вот желание все-таки, да, быть актером на сцене, но все-таки доминанта должна быть голос. У тебя хороший, да, голос. Да. Но вот в этих всех номерах, что XBB, что Левушкин, я не говорю о твоей сейчас сольной, да, карьере. Да. Может быть, надо было тебе... Ну, хотя у каждого свой путь, и каждый звездный час у каждого разный, в разное, да, время. Да. У одного в 19 лет, угу, у другого в 35. И вот сейчас прошло столько лет. Если бы сложилось по-другому, понимаю, что слагательное наклонение, кем бы ты все-таки хотел стать, футболистом или певцом? Ну, творческим человеком, то есть. Я творческий человек, который, у меня нету такой футболист, там, певец, эксцентрик, там. Я объемно мыслю, то есть у меня есть такое в жизни пространство и время, где я соединяю все вместе, да, то есть у меня разные направления, которых я объединяю и непрерывно веду себя в динамике, то есть вот, так, вот такой у меня взгляд, у меня нету лично, что я певец, я, если певец, я так двигаюсь на сцене, который мне научили в бимбоме, в XBB, короче, вот это все движение, это, в динамике все делал, такое динамик... чувство, как будто не один человек работает, а там много людей. Но это все время, это опять же у тебя да, жанр юмористический, то есть ты поешь, но это кого-то либо пародируешь, либо кого-то копируешь. Нет, сейчас я не пародирую. Нет, я про тот, да, период, тот, огромный, тот, да, огромный, да, период, тот, времени. Да. Угу. То есть хотелось ли тебе в тот момент все-таки иметь какую-то сольную программу именно как вокалиста? Потому что я помню, мы с тобой ездили вместе, да, на гастроли, я помню, как ты в вагоне пел. То есть я думаю, чего ты делаешь в эксцентрике? Что ты делаешь в клоунаде? Да. Дорогой ты мой, ну, клоуну можно научиться, да, быть, ну и внешность можно подделать. А петь — это вот дано, либо не дано. Понимаешь, вот я рисовать не умею, я вся говорю, ребята, вот там нарисую, я не умею рисовать, ну не дано мне. Замечательный я могу вопрос. Петь, я могу там играть в футбол, в хоккей, а вот это не мое. Замечательный вопрос. Я-то раньше пел, пока мне в бимбоме. Во, я тебе про это говорю, почему? Да. Вот. Я хочу сказать, что, может быть, и хотел внутри, но я об этом не думал. Дело в том, что когда я был в коллективе, для меня это предательство было бы, если ушел бы от коллектива, предал бы ребят и начал бы петь. Правильно? Я об этом с не одной, думал. Ну ты же творческий человек. Тебе хочется, ты сам говоришь, расти. Ты уже как артист сформировался уже у Левушкина. И в XBB ты уже был, так сказать, как Сорокин. Были монстры. Ну вот. Я понял, понял. Понимаешь, да? То есть, ребят, я хочу, то есть, попробовать сольную программу. Сделать хотя бы. Давайте, то есть... Вот когда мы разошлись, когда первый раз, когда Вадик умер, да? Я пять лет без них. У меня... Я создал группу XBBGIA. У меня была молодежная группа, я был как солист, вокруг меня все, это надо в интернете посмотреть, это было что-то, динамичная группа, я придумал специально, где там были элементы пародии, но я так сделал, чтобы на XBB не было похож, да, молодежь, там динамика, энергетика, по 40 минут аплодировали, люди вставали, то есть я это сделал, но сейчас я думаю, хороший вопрос, не надо было мне эту группу делать, не надо было тогда пойти и начать вот это петь, и сейчас бы я был бы, наверное, Гея, вот о чем речь идет, тебе говорю. Но это кто об этом подумал, я сколько времени, сколько это потратил. Ну, мне, конечно, остались эти все видео.
на память. Я понимаю, на память. На память. Везде вот. Снимали. Я показал, что я могу, как режиссер, еще и свою группу создать и сделать номера. Правильно? Конечно. Но то, что ты говоришь, дорогой, вот это надо было этим заниматься и за это время, за 10 лет. Сейчас я, мне было бы шлягер, и конечно, мне ничего не было. Конечно, я бы не хотел. Вот о чем. Я да, желаю вот тебе, Гиев, в заключение спасибо. Нашей беседы, все-таки, когда мы с тобой в следующий раз встретимся, у тебя блестели да. глаза, и ты говорил, Дмитрий, дорогой друг, это вот то, что я... хотел, я добился своего, и это все признали. Удачи тебе во всем. Спасибо большое, огромное, Дмитрий. Вот я начал, у меня путь уже. Удачи. После твоих слов. Дай Бог. Спасибо.